сказал. Не замечу. Поставьте этот Афгивен на столик или дай мне тут воды чуть-чуть. Еб. Гиви, не фани, Гиви Олегович. Давайте, проверяйте бафы, пишите, кому чего не хватает. Кому всего хватает, вы молодцы. Ждем Серсея. Что там в восьмом сезоне, ее отравят, да, там, или заколют? А ты чё, гонишь? Она всех убьет? Нет. Да, конечно. Сразу персонажи, пожалуйста, башки дайте. Да, ты прав, не заколет. Брат. Ария заколет? Нет. А кто? Нет, это заколет. Гора? Покупатель, которому она продала на качественный кроссовок. Да откуда ты знаешь, блин, ё-моё. Да её Ария же убьет, это же уже известный факт. Не-не, гора, да, гора убьет. Нед Старк убьет. Давайте дай чек. Громче, пожалуйста. Да откуда у меня чек на пол? На бафики хотя бы. Бафики дайте ей хотя бы. Интеллект и лапу шамана. Защита от темной магии. 300 баф. Дух можно было не бафать. Алина, тебя ждем. Алин. Сейчас, секундочку. У меня все, блядь, позбивалось. Сек. Что ты там потерял? Да, орехи, блин. Я думал, скилл. Ты что, белка, блядь, орехи потеряла? Мне кошка. Все, нормально. Давайте, танки, пошлите, все стоим на месте. Только танки. Золотистый, ну куда ты кастуешь, стоишь, ёп? Ну бой, ты чё делаешь? Рома, проверь это, у тебя стоит чуть ее нанижить. Это вроде стоит. Маг или вылетел, или не знаю, или повис, или ушел. Какой? Мид просто стоит. Ой, пустите Гивина, что вы делаете? Вон этот маг в РК написал, что завис. Это мид. Объявление на ручек, пожалуйста. Дайте антифир на 3. Опять гильдии не укусили. Ну что такое?
Ему что, парень? Не, он просто нормально дамажит. Нормально сейчас дамажу только я его. Алина, ну ты, конечно, вообще красавица. Спасибо. Ой, это был не комплимент. Первый. На самом деле, прицел прав. Просто задумайтесь, за сколько минут мы бьем каждого босса. Там по 5 бывает, минут по 4. Вот если все живы, максимально распределять свой ДПС, то можно экономить секунд 30 минут на каждого босса. Это уже 15 минут зависимости. Он без укуса 4-й по ДПС. Ну, я ничего не делал специально для того, чтобы получить укус. Дамажил, как обычно, это рейд, просто не скиллованный. Все, пацаны, давайте, всем спасибо за гильд. Давай. Пока. Давайте на мейн. 30 тысяч. Ой, топ, ебать. Сролил Шаленси. ПГП забирает ли не тотем тебе нужен? Нет. Консекьюрит выше. Войд, флипец. Ваня, вам никому не нужна? Не, у меня есть. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать. Узнать консекьюрит этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовня. Токен покорителя на мои. С их помощью мы пробьемся через зал. А сколько у Каскюри ДПР было? Много. Около 19. Айсфриз, ты же забрал уже один токен, да? А, Дашкин забрал. Кесюм пришел? Да. Олег, хочешь, заходи назад, вон у нас Айсфриз хочет отвалиться. Каскюрит выше получается, да? Пойду с хил похил. Айсфриз, все верно. Заходи, захи. У тебя там не хулипал второй стек? Три хулипала, три ретрика. Я могу на другой фаз зайти, снова. Жить салата. А чё этот, подожди. Там больше АДК не осталось? Осталось, еще у нас есть куговский АДК. Надо, чтобы уже у этого ДК было. О, КВ Фрост. Тут у нас два, там, смотри, у нас Зензира и Кьюэ. Кьюэ, Фрост, а Зензира... АДК, по-моему. Вот, да, Лик Смерти АДК. Там точно никто не хочет пойти в рейд? Ваху, что-то столько трэша нам. Ты тоже умер? Я тоже умер. Там подфарил. Что там? Ваху, или АФКшить, хорош, отходи. Бро, у тебя резко дало. Уверните снайпера. ДЦ, который у нас Shadow DC, у тебя есть? ДД спек. Да, есть. Ты хорош, хороший ДД там, да, надо дамажишь, если что? Да, 6-4 power. Красава. Ну давай, Олег, я возьму. Дайте там пока маны. ДЦ у нас есть, а ты потом займешь, если не хочешь идти. Где ты пойдешь уже? Могу похилить Вальку, а потом этот чел пойдет. Но мне нужно на Синдре хил. Ты чё, блядь, слепой? У тебя воет в рейде. Ты в курсе, что я, блядь,
20к хпс даем с Индре, блядь. Несал будет Холи Престон. Пускай заход. Давай в 2 Шэдоу. Шэдоу DC, оставайся пока тоже в ДЦ. Слышишь, мы в 4 хила захилим, 10-2 Холи Престон будет. Косарь ставлю. А что, если, допустим, на Синдре будет 2 Холи Преста? Ну, это охуенно. Положительный или отрицательный, да, момент? Да, охуенно. Вон у вас Саба варенька спаси. Хил как хил, ничего там прям такого, вау. У него один стак ловится, и он захиливает как 3-4 цепухи, блядь, шаманов. Ну, в смысле, они друг другу не мешают, как Холи Палы? Нет, нет, они никак не мешают. Нет, это как 2 Эрдру. Это лучше, как Холи Палы тоже не мешают. Да Холи Палы гомики, они мешают. Ну, там же багается частица. Не. Уже ничего не багается. Давай просто... Можно 2 частицы на одного кинуть. И такого никогда не видно. На Синдре хп струлит. Да, рулит, не рулит. Я вчера или позавчера 96 таков набрал, что-то вот не стал. Да не, будь лучше этим. ДЦ, у тебя же там ДЦ есть. Ну, в смысле, потом на лече ты в ДЦ будешь. Ты слышишь, Рома, 96 таков освобожденной магии. Да невозможно столько набрать, блядь. Это новый мировой рекорд. Циркуля. Почему возможно? Да нет. Это 4 подряд освобожденных. Циркуля. У меня был до этого 50 или 60, а тут 94 или 96. Это и... Что, одной пыткой? Что, да. Ты выжил, когда тучку нажал? Да, не, короче, я тучку не нажал, но мне склеп кинулся, я там в КД начал. А, не в КД было, я просто думал, что все уже. Ну, надо 5 подряд освобожденных для вот этих стаков, 99. Вот. На второй фазе, да, кинулись, ну, в 2 взлетки. Почему 5 подряд? 3, наверное, хватит, если я... Дебаф длится 20 секунд. Почему 20? 30 же вроде, нет? 30? По-моему, 30, а не 30. 25, по-моему, или 30. 30 секунд, по-моему. А, ну если 30, тогда 4. Можно и в 3 успеть. Если не совсем эффективно, допустим, только чем убить. Я специально... Ну, за 3 90 стаков соберешь. Ну, кто был в этом? Фуга Рейд был? Вот Серсея, по-моему, была. По мне без тучки прилетело 268 тысяч. Вот эти, когда хлопали. Давайте, лизни тотем, ты ж в хила тоже спекнешься? Спекайся, спекайся, шмотки ролишь, спекайся. Недавно сролил все вещи, может похилить. Давайте, 3 шамана, Мисау и Шаленси в порталы заходят, летать будем за звездочкой. Shadow DC и Void на рейде. Правильно? Правильно. Так этот, он один же захилит рейд, чем 2 человека. Че? Он один рейд не захилит? Кто? Void или Shadow DC кто-то. Ну, я не знаю, я ДЦ не сильно одному доверяю, а... Ну, чё, кресты раздай. Порталы его не имеют смысла. Диви, а дай МКшку, пожалуйста. Да, раздайте МК на шаманов, пожалуйста. Спасибо. Чё, Шадо ДЦ один захилишь? Да. Там вот рыба стоит, дайте фулбаф на меня, лапу, пристабаф. Если будет диспелить болезнь, то захилить. Ну я буду капать диспелю в этом. Если что. С вами, когда не сидите. А сейчас подождите, может я тоже Холи Палом стану. Да, Ро, можешь заменить, мне надо выйти. Там Олег, зайди. Ну, наверное. Потом уже к РСК подойду, может ключу подойду. Короче, пизда не буду Холи Палом. На портанище ссылка. Вон, пусть бибоп похилит. Герань, у тебя есть демон?
Заходите или вы пуляете? Заходи. Гераник, да, есть где молот? Да. Да или не здесь? Спрякнись, пожалуйста, в демона. Вот такой рейд был нормальный. Вы взяли, начали отваливаться. Переживаю, дальше еще хуже будет. Так, это выходит 330 кдпс был, да? Сейчас, наверное, 310 уже. Охуеете в порталах таким количеством хилов. Давайте чек на пол. Раз, подожди. Ты постоишь там, побьешь мобов чем-нибудь. Дашкин, ты здесь? Давайте на счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Ну, дебот без маны, лечь ему маны. Вы тупые или что, вам звездочку поставили? Старайтесь быть не тупыми, ребята. Это полезно. Кто-то МК кинул на Вальку. За звездочка, не по одному, полено. Пока я к вам добегу, я потеряю свои стаки. Действительно, и поэтому ты собираешь дальше один и один. Я с Алиной летаю. Это диагноз уже. Давайте рост, вас дохуя вы захилите. Даже смотри на Вальке. Так. Подавители быстрее, забили на толстяка подавителей. Я излечилась, Изера, даруй мне силу. Ты чё, типа, вчера в обычке натренировался, так теперь всех перехиливать будешь?
46 тысяч. Кому? Вон, у тебя там 29. А вроде шамана переезжали в начале. Просто стаки мы потеряли, потому что вылетали очень плохо, и у нас все шарики наши отняли. Говорят, вы там летали плохо, не везде. А, давайте, короче, хилах. Я будут. Да, давай. Так что, подумай. Все, Shadow DC, спекайся в ШП, пожалуйста, братан. 5 хилов, пятая группа, больше не надо. Сука, мне в ШП, что ли? Курёт это. Присты дамажит. Ну, я вы не буду говорить тебе. А, холеплисты хилят. Ну ладно. Там с босса упали на холепало две шмотки и штаны ненужные и ладные. И чё на холепало там? Я тебе отдал. То и то. А, он же. А, ну это говно, и то и то, да? Ну да. Эти штаны на попало ПВП классные. Почему? Ну там часть шмота ретриковского одевается, эти штаны там хорошие. А, в смысле, я думал, ты холипаловские штаны берешь. Не. Да, эти на ПВП прочка. Которые постой и силой. Да, да. Кто там, переведите трэш с Индрой, кто скиллал меня. А что там просто пета запустил и назад его позвал? Ну, что-то трудная движка для них. Ханты и Локи, кто там управляет своими животными. Серсея там. Смотри, Рома, кто кашель, давай ему тут известно. Все? Кто не предупреждал, да. Так, можем потестить одну штуку на Синдре. Мелики не будут отбегать на притяжке, будут бить босса. На первой фазе. Не надо? В обычке еще ладно, но не в гере. Ну, я в гере выживал. А что ты хочешь, сакру дать и этот? Сакру, мастер аур. У нас уже ДЦ в рейде есть. Да не, мне кажется, это не сработает. Если на них стаки будут, то они поздыхают. Ну что, Мисао, у тебя же есть ДЦ, спекнись ДЦ лучше. Или тут холик лучше, какой тут лучше килл? ДЦ. Холик лучше, он не стоит, не выбирает. Кажется, ДЦ вообще залупа, блять, на стену раз. ДЦ сейвает раков, которые не отбегают от притяжки, хлопает. Да не может. Это тоже раз на раз не приходится. У него может дебаф висеть, и он не бежит. Ну, может быть такое. Он не может здесь щитки на всем рейде держать, как на личи, допустим, если будет. Ну, на всем нет, на 20 человек. Нет, ты. Максимум. Блин, тут и так 4 хила есть. Тут ДЦ нужен по-любому. Ты раньше же в 3 хила ходили, нормально. Тут и так хилить практически нечего, блядь. Блин, раньше и в 2 хила всю целка проходи. О, слышишь, они спят. Стопов. Заходи, мид, мы прошли. Так, Рома, поставишь мамонта, да, сейчас? Не, нету мамонта. Да ладно, на половине нет мамонта, я, конечно, так я и поверил. Есть только вот такой вот и все.
на прицел я поставил. Так, да пошел ты. Лучшие крылья в моей жизни. Спасибо. Спасибо. Кого я поздравляю тебя с величайшим достижением на этом сервере. Отдал Санчоку золотистое, попросил у него сапожки у Санчоку. Сейчас кинь обмен, я тебе отдам. Я понял. Не нужно. Нет, да, хастак рейд средно с 5 нормов, по-моему, стоит. Я ему штаны могу отдать уже. Отведи подальше его чуть-чуть. Баки ищут в целка 25 гер корову уже, наверное, час. Так с такими типами пойдешь вот и потом просидишь целый день на леди. Ставьте маму так только. Артем, уберите. Так, у нас четвертая аура почему-то нету. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Либо поставь сосредоточенность. О, Мисао, погоди. Да. А мне что поставить тогда? Тебе лед. Серсея ушла к даркам, она шлюха, чувак какой-то в чате пишет. Да он в гильдию сейчас пишет. Да это мой парень. Бать, ну я сочувствую, что к тебе парень так относится. Алин, тебя заводят, когда тебя парень шлюхой называет, да? Да, я люблю садомазы. Причем тут садомазы? Ну видишь, блядь, Рома, интеллект он на бог не наградил, поэтому приходит. Кого интеллектом Пета наградил? Да, завали, Андрей, конечно, закалывай, ё-моё. Да, это мой сакральный Денис. Сочувствую. Чё-то этот не поставил ауру, а она вкашит. Алло, собака, отвечает Сарсей своему парню. Так прикол в том, что они в гильдию могут это обсудить, они пишут в чат, типа кому-то это интересно. Вы же читаете, значит интересно. Бибоп, иди сюда. Тебя зовет какой-то сакральный в чате, пишет аутист. Так они похожи, там, у них фото почти одинаковые на аватар. Я думал, что они братья. Олег! Злой человек! Пидор навек! А это мили фасочка есть, вы прицел тут. Тот самый Олег. Заебал, давай я в хэприста, да, блять, убьем. Че ты две гонишь? Да, не у тебя нету мили баночки. Ну хочешь, ты можешь спекнуться сейчас, он в этот момент придет. Хочешь, можем проверить. Давай. Тут. Вот, видишь.
Еще даже спекнуться не успел. Что-то вы быстро отходил в туалет. Давайте, человек на пол. Фрост шмот танки одевайте, поставь сосредоточенность ауру. Танки, фрост шмот, умоляю. Дашкин, ты тут? Давайте, если вдруг вы хлопаете магией, я говорю в РК. Ребята, не хлопайте, пожалуйста, называю ваш ник. Если после этого вы хлопаете, вы нахуй из ГП уходите там или без ролла. Уберите ауру этого Фроста, поставьте сосредоточение. Я Фрост. Дашкин и Флипец, вы здесь? Вы что, самогон ушли пить? Трусы, алкоголь. Да, Флипец вылетел, походу. Флипец заебал, походу. Где он? Кикни его пока, чтобы глыба не кинулась. Дашкин, ты здесь, брат? Да на него же все равно его притянет и убьет. А. Это не убьет его. Хихоли пристреди, не убьет на туре. Сакры, мастера, все есть. Погнали, проверим заодно притяжку. Да подожди, два человека АФК. Там минус один уже он вылетел. Сейчас он заходит как раз и начинает. Ребята, есть комбинация. Давайте, поехали. Пулим, пулим, ребята, братишки, пулим босса. На пулы, на гелда и сильно хилим рейд, но не хлопаем. Хлопать можно только если на 4 хилах будет магия, я тогда скажу. Если вы ДД и вы хлопаете, то у вас автоматически член уменьшается. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут. А если его нету? У тебя он все равно уменьшается. Рома, тебя поэтому Юра просила? Чего? Магия повесилась, 0 стаков на всех вышли, хлопнули в рейде. Встали, стоим в толпе. Мисау, пожалуйста, не хлопай. Серсея, не хлопай. Просто стойте, без вас все отхилят. Только если 4 хила магия, тогда там Олег скажет кому-то выйти похилить. Я не вижу на все. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь... Все на бежали. Дашкина зацепило холод, но он не умер. Там кош пробежал. Кош не спасает. Бег на ХП. Метки вниз. Пьем склепы до 300 тысяч. Господи, не кричите. Вот этот склеп не бьем, который с кружочком. Если у склепа 300 тысяч, стоп ДД, справа падает. Ебать. Маратгас, еще раз справа. Сова, слева между склепами. Сова, поднимешь маны. Маны, пока студи большую волну в себя. Далеко падает в центре, стоп ДД по склепам. Вой, читай гимн на ХП. Прям сейчас тут флугер. Да да хуя пристав читал гимн. Читал. А теперь уже все разбили. Бафы магу дайте, пожалуйста. Лапу, каску, крест, ману. Крик на ХП вар, да? Вар, ты один, кричи, пожалуйста, на ХП, пожалуйста. Пожалуйста, блин. Дух на мага, пожалуйста, присти, пожалуйста. Беги, малышка, беги! Герани и Мисау, не хлопайте. Особенно Герани, ты лог первый по хлопкам. На мозгеры мы успели. Да. Метки вниз. Стоп, флут, закройте рты. На двух танках склепы. Метку черепка разбиваем сразу. Бьем череп. Череп фул ДД, бля, сейчас умру. Метку, за которой вы стоите, не бьем. Справа далеко падает. Череп не танк. Метку кружка не бьем. Вообще кружок не бьем. Да
блядь, не бейте склепы. Давай, Дань, Дань, Дань. Все. Рома, твой друг умер. Там сразу два моих друга умерло. Не резать ни одного, ни второго. Когда фаза? Скоро. Давайте, рост, не хлопаем никто. Ноль стаков на всех. Первую метку под босса. Санчо под босса, милики ушли. Бьем склеп. Вторую метку под босса. Мисао под босса. Притяжка, ушли милики, стоим, ждем притяжку. Не бьем склеп. 0 дд в склеп, вообще не бьем. Следующий склеп, не хлопать, сука. Флипец, не хлопать. Не бейте склеп. Склеп в сторону следующий. Стил в сторону, все бьем босса. Сбиваем склеп стила. Не хлопаем. Если на вас стаки, пожалуйста, завалите ебало и стойте. На мне метка. Ушли милизона. Бьем склеп. Захил. Дайте гин. Мяша, гин на хп. Под босса, лок. Под босса. Разбиваем. Последний под босса прицел. Ушли милики. Разбиваем остальные в сторону. Беги, малышка, беги. Если умрешь, не повезло. В сторону, лок, в сторону. Ой, хорошо. Свободно. Клык на мейн. Забирал уже шмотку какую-то, да? Да. Токен защитник. Помощь нужна, не нужна. Пока нет, Диман. Серсея. Что за Диман? Это знакомый мой пацан. Посмотри, Рома, я третий КДПС. Давай, спекайся в ретрика, пусть они вчетвером хилят. Я могу на фулу зайти, если надо. Ну тут, наверное, лучше в ДЦ, Мисао. Сова неплохо. Давайте так попробуем, потом на сову. Шкаф, поставь блок, пожалуйста, в нем АДКшки. Я бы вообще ходил в ДЦ и Холли Креста, чтобы Холлик, если что, кидал щиток. Давайте, короче, шкаф, все сумонтесь, я отойду пописью на минутку, уже не могу. Если Хеприст разгоняет человека с чумой и со сквернением. В ДЦ это не работает, потому что у них общий дебаф. Да, я это понимаю. Не подумал об этом. Тогда двух холиплиста. Холиплист тупо вместо ведро. Лили, быстроты у кого-то есть?
Кому там крест надо, плюсуйте в чат на лузне. Войт. Что такое? Че? Где ты в рекаунт? Да хуй знает. Я блин. Я могу скинуть. Скоро я, блядь, паладина создам, блядь, удалите паладинов сразу с вами, блядь. Да ладно, вот этот чарка на 18 духу толку, блядь. У тебя без ШП, что ли? Наверное. Только льтовый. Давайте, чему будет диспелить Мисау, не уроните, пожалуйста, танков. Поста нам валик. Блядь, сори, мне надо отойти. Войд, можешь хайприста спекнуть? Мне надо на 10 минут отойти. Так так, Мисао говорит. Мисао говорила? Да, да. Шанан, заходи варом каким-нибудь. Или ретриком. Портанись, пожалуйста, отсюда, Мисао. Я уже портанусь. Давайте в ДЦ, Shadow DC в ДЦ. Не надо, Шанан, все, есть замена. Сори. Блин, легла и лапками. Это не вам, пацаны, извините. Блять, не ешь мышку. Котенок, говоришь? Или говорите? Shadow DC, ты диспелишь чуму. По станам первый стан кружок я станю. Санчо Промбик, золотистые трусы. Первая волна валик. Вторая волна валик. Кружок стил станет. Ромбик Дашкин станет, а трусы хуй знает кто, никто. Давайте, чек на пол. А что ты выдумываешь? Рога может одну вальку все волны станет. Давайте, значит, первую волну валик Дашкин. Короче, Дашкин все время кружок станешь, вообще все время кружок. Дашкин. Санчоп станешь в первой волне ромбик, золотистые трусы. На второй волне валик стил ромбик, я трусы. На третьей волне как на первой, на четвертой как на второй. Все всем поняли? Я ничего не понял, я запускаю. Я на второй волне трусы станем, я понял. А на третьей волне что, мы не станем? На третьей волне валят, как на первой. Дашкин кружок, Санчо ромбик, золотистые трусы. На четвертой волне валят Дашкин кружок, Джейми трусы, а стил ромбик. И все, и пятая волна валик, если будет, то мы пидорасы ебаные, не справились по ДПСу. Ты ДЦ подиспелишь, а ДЦ? ДЦ подиспелит. У нас много анхоликов, ставьте тотемоков земли, два ханта кидайте трапу, жестко бьем валик до 50%. Кто не бьет валик до 50%, у того член не стоит. У нас плохо, что один лог только, но он хороший. Ханты диспельте и ступление на шаркарях. Ханты диспельте и ступление на шаркарях. Отошли от босса все. Хант в ДК. 2 секунды до пола, от босса отходите. Бля, чё я в РДД-зоне стою? Я тоже в РДД-зоне стоял, почему? Склотов, ребята. РДД ловушка, двигаемся. Кулонга, чума. Диспел. Хорошо. РДД ловушка, двигаемся. РДД, ловушка, двигаемся, чума, 3 секунды. Абибибумби. Диспел. Мелики, ловушка, двинулись.
Сэй, что ты в медиазоне делаешь? БДК ловушка, БДК ловушка, бежим, БДК ловушка. РДД ловушка. А, извините, слепой. Я обосрался. Написала, что на БДК, блядь. Что делать, не обосраться? Ну ничего, смотри. РДД ловушка, ебать, что было сейчас? Шаркарь чпокнул. Дыхнул шаркарь, походу. Дай диван по мне, порешу. Чему это мне здесь прыгнул просто? Надо просто линкнуть дамаг по ширкарям. Кого-то он сорвался. Линканите в шарку с чужую суру. Ладно, если что, как будто это не считается. Давайте как натуралы сделаем. Ну, наверное, Unforgiven бомбу кинул. Он на него пошел, этот ширкарь, и все. 160 тысяч. Ну, ширкарь сорвался на РДД-зону. Надо знать на кого. На несколько раз таунтил, короче, и в итоге он пизданул, видимо. Ребята, Шаркарь сорвался в мелизону. В РДД. В РДД зону он сорвался. Да, в РДД, я так и сказал. Там Кулонга хуярит по Шаркарям. А потом в пьяный в РК говорит, типа, что Шаркарь сорвался. Там, когда снимаешь исступление, автоатака все равно переходит на Шаркаря. Да я знаю, да. Я ж надо обратно. Макрос по фокусу, возьми Шаркаря фокус и просто юзай его. Таргет не будешь менять, лича будешь бить, а диспелить по фокусу его. И нет, попроще, скажи. Ебу, как ваши эти макросы фокусы писать. Я, короче, фильм смотрел, фокус называется, так говорить нормально. Да, прикольно, да. Там он что-то пристрелил его, да, или что в конце там было? Там они с тёлочкой, да, бабки потом выиграли и ушли. Ну, че есть такое мили-баночка на ДД? Я купил бы с удовольствием. А как на Шаркаря бомба мага попадает? Это как вообще? Ну так кто... Развешивай. Он по фокусу бомбу раскидывает, чик-чик. Разгонять, чтобы у тебя глыба почти всегда прокола. Ты что, не играл за мага? Ну, давайте, фолбаф по рейду. Не, Марат, нельзя, потом банан почистишь. Марат говорит, у него банан грязный, его надо почистить. Чек на пул, проверяйте бафы, пишите, кому чего не хватает, лучше не пишите. Или банки, Герани, Санчоп, Крест, Локу. Тил и Санчоп, вот там замены начинают подходить в гильдию, давайте побыстрее, то придется вас поменять. Так я готов, я говорю, мили баночку куплю, Рома. Тил, Бозил, ты тут? Вот сразу видно, дарки без банок в рейды ходят, никто продать не может. Вот. Олег, ты здесь? Ты заебал. Ты только что срал, Олег. Сука. Сколько на ауке? Шо, А, нахуй, зови меня Вики. В гостиной его перекинуло. Вылетел, сейчас зайду. Сука, я только допечатал сообщение. Убили? Ага, убили. Два аркуса упало. Ну,
подтверждаете готовность Бога ради. Есть тут вообще неверующие атеисты, я вам ГП начислю. Я такой, ну, атеист неверующий. Дашкин, Дашкин, все, готовы, запусти. Ради меня не стоит, ребят. Неужели прибыли наконец? Хватит света. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Чувака, не корда. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Наверное, связано с фракцией. А я думал, да, ты с монголо-татарами связан. У Марат такой, знаете, у него шея сразу удлиняется. Типа, кто сказал татары? Слышишь, давайте создадим гильдию «Единая Россия». И будем кидать людей не шмот. Единая Россия. Отойдите от босса 5 секунд до пула, пожалуйста. Проверьте, чтобы у вас мышка и компьютер были включены, и монитор. Иди с Войдом в баню, получи грибок на жопу. Куда, на жопу? Охуенный экзорцизм прокастовал. Милики, ловушка, милики. Void Hill. Чё? Милики, ловушка, Мелизон. РДД, ловушка. Перепец, прощай. Минус 2. Шаленси, поднимай Филипца. Милики, ловушка. Стой, стой. Блять. Я же стой, стой. Тупанул я, он же будет, наверное. Похуй, пробуй. Милики, ловушка. Чума, сейчас танка держим. Блять, ёбаное дно! Падаем, Андрей, быстрее. Андрей, дела? Быстрее, Дашкин падаем. Только... Да все, падаем, нету времени. Дашкин станет две вали. 3DD нету на первой фазе, ёбнуться. Дайте на дерево диван. Половины пускилованы. Только не улетайте на ловушке, сейчас из степей вас, блять, сумонить еще. Вы что, ёбнулись? На дерево диван, да, станем? Сука. Да есть уже диван один. Как я вас ненавижу, блядь. Не всех, многих. Нет, ты любишь Рома? Кидайте всех ролл. Ноги. Кидайте ролл, у кого меньше 50, я того ненавижу. Если 50. Фу, 95. Себя, естественно, я люблю. 91, Рома, ёбаный брат. Ты токен полюбатый. Ебать, кого? Ты меня любишь, слушай, блядь. 50, сука, с Войдом. Видите, какая спорная ситуация? Я его вроде ненавижу, но так хочется с ним быть рядом. Ой, блядь, не начинай, нахуй. Герани. Герани какой-то левый тип, его не могу. Ля, все нормальные, кроме Герани, мужики. У вас какие-то... А, вон Шаленсич. Ну, тут понятно, Вова. Может, если Мисава вернулась, поменяем Филипца? Кого? Да Филипец вон уже здесь. Да он уже штурмовый. Давайте, может, мы убьем лучше Лича, а потом поменяем их. Я хоть видел Филипца, и если бы мне предложили чпокаться с геем, или с бабой, которую не видел, но с симпатичным геем, то я бы все равно выбрал бабу. Но... А при чем здесь Филипец? Хорошо, что вы поняли мой намек. Дайте шкаф, пожалуйста. Герани, друг, поставь шкаф, спасибо. Кого смотрит из чат? Кто
кто гей плюс в чат. Мы уже 2 часа здесь, кстати. Только на Личе? Нет, да нет, только. Да. Времени много, еще 21:38 только. Ой, но мне надо уходить уже край просто, блядь. Ну иди, что мы без тебя не убьем, что ли? Да, но хочется получить, ощутить этот триумф, какие вы сильные. Начисление. Мы пока просто не видели еще второй фазы, поэтому, блядь. И не увидим, да? Слышишь, прицел, я ж продал почти всех своих перцов, мне там не нужны ИП уже. За голду? Нет, зря, ну, за... не могу ВРК это говорить. Тыкните в суммон. Мне осталось... Кто-то покупает тут еще персонажи? Ну, их Балюк всех через сайт попродавал, короче. 5 персов продал, 6 покупал. Кого ты там еще продаешь? Напиши в гичат, пожалуйста. Магика из гильдии, честно. А ты снимаешь уже на видео? Сейчас включу уже. Скажешь, когда включишь, чтобы я написал. Так, типа, Рома, они не, знают, они не знают, что твой голос, и тебя зовут Джейми, поэтому как бы можно не ссать. Это ты правда, Войт записывает видео. Давайте, чек на пол. Так что, Рома, если тебя потом забанят, все вопросы к Вавику. А я ж кого забанят? Я никого не продаю. Тех персов, которых я продавал, я уже продал. Можете их за... А, ёпт, сейчас вы скажете, что я кидал его. Все готовы? Вы лапу дайте, я запустил. Короче, аккаунт был с магом и локом. Я ж думал, его никто не знает. Продал его, без мыла. Чувак купил, короче. Играл неделю, все у него было заебись. Короче, бывшая моя Ира знала этот аккаунт, потому что играла магом там. Зашла на него случайно. Представьте, 2 года она не заходила в Warcraft и зашла тогда, когда я продал персов. Короче, с этим типом посралась она, он зашел и удалил мага и лока, короче, с этого ак. Моих только, слышишь, не продавай, я пароль так и не менял. Да ну, я только своих, я же чужими играть буду потом. Можешь по ним играть иногда. Ну это пиздец, я могу зайти там мага и лока восстановить по 300 бонусов фуловы. А на 2 аккаунтах чуваки умные попривязали к телефону, короче, аки, и поменяли пароли, и все, ничего не могу сделать теперь. Ты по-новому продай просто опять. Вов, я могу попросить товарища, он там за маленький процентик продаст твоих чаров. Шеленси, поднимай стила. Ёбаный в рот. КД, сова, поднимай. Да я таймер не увидел. Вставай. Чё, Олег, ГП на кинь? ГП стилу дайте. Милики, не улетайте. Весь эр... Всё, давайте, посчитаем. Не хлудите, тишина. ДК, чума. Диспел. РДД ловушка. Бафы дайте. Каску пал. Маги интеллект. Милики, ловушка. КВ чума. Быстрее, блядь. Диспел. Как Таурен бегаешь. Откуда есть Таурен? Милики, ловушка. РДД, чё, ловушка, то есть. Мид, чума. Диспел. Блять, ну где вы блинки ваши? Милики, ловушка. Блять, ревности, диспел, отступление. Падайте быстрее. Быстрее падайте, не улетайте на ловушках. Диван, дай диван дерево. Рома, дай диван по скилу дерево. Последний реговый прицел, 2-2. Не улетайте на ловушках, иначе вас кинет в степи. Пожалуйста, умирайте, хватит хилить, станьте под морду шаркающим.
Паша опять вылетел, что ли? Паша вон по дамагу врывается. Что ли, он же умирал? Кто умирал? Там, как упало, нету символа гнева небес, нужно каждого шаркающего диспейлить. Иначе у нее не хватит станов. У нас два ханта. Один хант одного диспейлит, другой хант другого диспейлит. Еще стан не вкачан тоже. Повесь просто метки на двух шаркарей, там кружок, ромбик, и пускай трися ромбик. Ну, я пока один диспейлю, все трое, не знаю, что второй хант не диспейлит. Ну, один, два, двоих шаркающих не дадут. Филипец, не вставай, я тебя потянул. Нужно, чтобы один одного, другой второго. Там по таймерам не хватает одного ханта. Ну да. Где у него станы? Хант, хакс или нах. Ты умеешь диспелить отступление? Ты, пожалуйста, диспель хоть немножко, а то у тебя вообще нету вот тут. Давайте, первого шаркаря будет Трисия диспелить. Я постараюсь повесить метку на него, а второго будет без метки диспелить хах, нах. Shadow DC, вставай, брат. У тебя ник крутой. DC лучше Marvel. Лучше вообще ничего. Поставьте рыбу, пожалуйста, золотистая. Вы и... кидали? Протопан. А в бубен. Идите сюда. Я ничего не кидали, мы не успели. Я даже красную каплю не успел кинуть ревностно. Я говорю, там ревностно, диспел выступление, и она падает. Рома, похвали меня, пожалуйста. Хвалю, за что? Просто так. Хорошо, ты молодец, Андрей. Сколько я 5 лет играл с прицелом, через 5 лет так узнал, что их там два брата, и они по очереди играют. А Саня уже давно не играет, что? Потому что он худой, у него есть шанс бабы завести. Он с ней живет уже. Поэтому ты играешь все время. Он с ней, говорит, живет уже. Я пока не могу прочитать это заклинание. Чек на пул, ребята, у меня реально времени на один трайст. Я вчера эту хотел хуйню поймать на свадьбе. Чулок или как это называется, штука, ну не поймал. Подвязка. Флипец, ты тут? Паштет. Сука, не вылетайте, блядь. Пец тут. Все готовы, я запускаю, встаем на места, не тупим. Дай лапку. Дай лапку. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь? Вчера, короче, дед на свадьбе, знаете, типа на шпагат становится, наклоняется и стопку с пола поднимает, пьет, короче. Типа, то у меня пацаны дрочились, то дрочились, короче, так никто не смог сделать. А дед, ну лет 60, наверное, он показал, он говорит, кто сможет, типа, тот свадьбы желает хорошей молодым, но никто так и не смог. Один чувак чуть ебал, он в плитку не упал, его успели поймать. Ну, короче, у сеструхи в ЗАГСе понял, этот свет выключился, музыка наебнулась во время этого. Давайте, 5 секунд до пула, отойдите все от босса, пожалуйста, стилы всякие. Милики ловушка. Из не тотем чума. Милики ловушка. Милики ловушка. Чума одна секунда. Шаленси. Вот Трися, короче, диспелишь чуму. Исступление с кружка.
РДД ловушка, а второй хант со второго шаркаря. РДД ловушка, РДД ловушка. Санчок чума. Бери мелкий протофан себе. РДД зоны мелких забирай. БДК, БДК, БДК ловушка, бежим. Даю красную каплю протопалу. Давай, протопал, уходи на край, далеко уходи на край. РДД ловушка, все на край ушли, 1%. Левее, влево, уходи влево, куда ты ведешь в центр? Кильфия. Он, я сбил ему кас, смотри, красавчик. Филипец, уйди с под морды. Филипец. Дайте гимн на Иннер, пожалуйста. Давайте, Войд, гимн на ману. Иннер и Серсей заливаем. А, ставьте тотем. Все, я больше не знаю, что говорить. СС. Герани СС на Гелда, пожалуйста. На БДК СС. Если никуда еще не повесить. Звездочку поставь. Филипец спал. Филипец, не бегай под мордой шаркающего. Сфера вообще не бьет. За спину в звезду. За спину к боссу прижались плотно. Давайте рост, первую волну валик станем, как говорил Дашкин, Санчоп и Золотистая. А что лок тут делал? Трусы не бьем. Трусы не бьем, там лок. Осквернения приготовились. Ромбик добили. Лок не вернется, похоже. Отличный трай, спасибо, Лок, большое, огромное. Зачем ты бежал в центр, я в ахуе просто. Приготовились станять валик, все в звезду становимся. Элем, тотем мы ждем. Дашкин, Стил и Джейми станет трех валькир. Осквернение вправо выпрыгивает, вперед или влево, не назад. Прижмитесь плотно к звезде. Ану Бибуби, осквернение. Блять, мышка. Нихуя, короче, кроме трусов, ни одного стана не увидел. Фейл. Трусы бейте. Брали рейндж, сначала лужа будет. Осквернения приготовились. Секунда лужи. Конскьюрит. Все за спину к звезде. Звездочку. Плотно в звездочку. Кучно к боссу. В звезду все. Станы, как первая волна была. Блять, флипец аут какой-то просто. Не бьем ромбик. Забили на ромбик. Две вали вот этих бьем рядом. Осквернение. Рейндж наберите. Бежим, бежим от лужи. Центр, все в центр, быстрее. Звездочку, кучно в звезду. Справа от босса стою. Да ты, блин, ты прямо в центре комнаты стоишь. Сместись в какую-то сторону. Сместился. В звезду два шага назад сделали. Бьем, Валь. Три вали бьем. Ромб станет? Нет, пусть летит. Идите в жопу, блядь.
трусы, трусы добивайте. Давайте, сейчас будем босса бить, валик не будем бить, фулл дд в босса. Не успеем, наверное. Хотя? Наверное, нет, все в центр, пожалуйста. А, сквернение, секунда, вышли с центра. Раньше набрали, лужа, секунда. QV, лужа, и все в центр. Станем, вали, босса бьем, только босса играем. Станы валькиром, поехали, босса завалим и босса играем. 0%. На край все. И на край, хорошо, хорошо. Минус 2 всего лишь, минус 3. Ну там 2 аута, короче, и невезучий вой. Дух объем. Дайте маны. С под морды босса, Unforgiven, уйди. БДК завис, БДК завис. Это паладин танчит. Развесни, значит. Я диспелю все сало, забирай духов, пожалуйста. Хант, уйди из-под морды, Хант. Сдышат духи, вы не видите, что ли, блядь? Смотрите, чтоб не улетел, он бейте. Вдруг зайдет. Я вылетел. Заходи быстрей. Заходи, пока переходка. Быстрей, старого духа бьем. Бейте шарик. Что, зашел? Да, зашел. Дайте гим, нечем хилить. Мяша, гим на мана. Забрал одного духа. После переходки нам. Смотрите, как мир... Шар, умоляю, умоляю, Бога ради, пожалуйста, Господи, спасибо. Надежда, та единая... Выйдем из комнаты. Сейчас потом убегать и на грони на мне. На self-control. Из комнаты забираем, бежим в звезду. Пока не резаем никого, бежим в звезду. Серсея хуёво, бежишь в звезду, бежим за угол. Прижмитесь в угол, все бомбу подождем и побежим. Побежали, быстрей за звездочкой. Бежим дальше. У кого лёд аура, поставь на тьму. Смотрите, агро не на БДК, бежим. У кого лёд аура, тьму мне поставьте. Если мне лишь похилить невозможно, блядь. Сейчас мы станем и похилим. Давай вот здесь. Когда выйдем, конскюрит, поднимешь Unforgiven, а после того, как уже все там духов заберем, лича. Забирай. Бомбик бьем. Второго духа забирай на себя, протопал. Бафы магу, каску, кулак магу. Куда вы, блядь, под мордой духов не стойте? Уходим к трону. Забили на этого духа, ушли к трону все. К трону ушли, под красными каплями половишь. Че дыхнет, нахуй? Осквернение. КВ, выбежали с лужи. Ну отверни, ёб твою, как ты его в лицом к нам танчишь? Добивайте духа. Все духа добили. Все, хорошо. После комнаты идем к порталу. Мага бафы проверьте, пожалуйста. Ледяная скорбь жаждет крови. Звезду все. Идем в звездочку. Дальше идем. Еще дальше. Еще идем. Еще чуть-чуть. Че, Рома, убиваем босса, нет? Так, бежим, сакру прожми. Не надо сакру, все нормально, бежим. Надеюсь, не прожимала. Бежим, захилим рейд, прожмите что-нибудь. Я конченый чуть-чуть, сори. Давайте за угол заходим, там стоим до конца. Я бомбу поймал, блядь. Давайте, лича к порталу. Лужа, рога, блядь. Духов смотрим, красную капельку, стил, пожалуйста, на протопала. Бей, пожалуйста, осквернение под них лей, это, освещение, пал. И гневом небес бей, почему они у тебя все долетают? Гнев небес их станет, а освещение их агрит, даже если наверху.
Осквернение 3 секунды. Лужа. Набираем рейндж Мелизона. Изменит тотем лужи. Все под босса. Бля, почему эти духи так быстро летят? Под спидами, блядь. Потому что их раньше надо взрывать. Ледяная скорбь жаждет крови. После этой комнаты... Персей и Ману, после этой комнаты Санчоп свою красную капельку на протопало. Давайте, бомба взорвется и побежим. Побежали. За угол бежим. Побежали вперед. Зашли за угол. Я не знаю, что делать, бежим. Сакру, пожалуйста. Хорошо. Бежим еще вперед. Еще чуть-чуть проходим и стоим. Дайте ману, приступите к порталу. К порталу, ребят. Идите к лечу, все прижались плотно, только протопал далеко. Санчоп, красную каплю. Шаман, вы же не знаете, что надо тотемы обновлять? А ты не видишь бафа тотема? Осквернение 3 секунды. Набираем рейндж. Друзья, наберите рейндж, пожалуйста. Я охуел только что. Выведи из лужи его. Что делать? Я не могу бить. Опять крылья прожал. Что за комната? Откуда? Бежим, звездочку. Спасите магов, пожалуйста. Побежали. В звезду смело идем. Давайте чуть-чуть еще проходим. Еще идем. Конечно, лог нас подвел, а так все хорошо, в принципе. Проходим вперед. И Филипец нас подвел. Ну, Филипец вообще какую-то залупу в этом трое творил, как будто ребенок маленький играл какой-то. Бежим. То под духов бегает, то прыгает, ну, шары не бьет. Бой, хоть эти свои мувики не поснимает. Улетел, нехуй снимать их. К порталу убегайте, лужа инфогивен. Духи спускаются, от духов отбегите. Ну, давай. Давайте поскиву на дерево, диван. Хорошо. Хорошо, Марат Газ на мультидотал на валик. Мы без роста убили, да? Три. Вот. А мы не давали рост на второй валик? Ну, да, он фазе. Только отбежался. Мы на первых же дали. Не на вторых валиках, а на первых. В смысле, на второй фазе, я имею в виду. Все, был он рост, значит, хорошо. Он просто скатился, я охуел даже. Мы без роста вообще били. Блядь, Сбербанк обновился, тебе хуй поймет, как им пользоваться. Воинов, которых знал мир. И хочешь мне денег за трай скинуть? Нет. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри. Как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в путь... Скажите, отхил. А сирот пойдет от их рук. И ты станешь первой жертвой.
мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Да-ка, вот этот Занзира, хочешь, можешь в гильдию к нам вступить, ты вроде нормальный пацан. Ну, мы тоже, ну, как хочешь. Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Как, кстати, на Фагивина из гильдии кикнули, потому что он в Герейды не ходил. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Кажется, да. Не сомневал. Ну ладно. Я просто помню, что я его кикнуть хотел за то, что он в Герейды не ходил. Кто еще владение оружием на лече качает? Я сначала трая так делаю. Мы филин собираем, у вас пенгер. Там два слота осталось. Цель, священный клинок кого-то там ролим на мои. Все, всем пока, ребята. Осколок вроде мне. Но на самом деле не дается, надо делать. Ну ладно, что пойдете. Сразу, значит, сразу. Меч на мейн. Все. Прикольно. На танк дается, на танк дается. Мид. Unforgiven. Unforgiven ролит на Герани. Герани в мече нуждается. Ну ладно. А как так, не мои ПГП, что ли, это все? Ну, они пуги. Коня на мейн. Корольте те, у кого нет, пожалуйста, чтобы я потом не разбирался. Хакс, у тебя нету коня? Поздравляю, значит, теперь. Токен завоевателя. Кого? Но мид кинул 25, а Unforgiven 52. Где 76? Я что-то думал, он с гильдии. Вот я линкую прилив, короче. А, так он кинул на Глору 76. Что, кто там токен забирает? Мяша забирает. Прицел забирает. Кто осколки? Васап, ты? Да, вроде я. Если вдруг не ты, я не расстроюсь, если честно. Поставь нормальный портал, там нафиг не понимал. Походу, ты не тому токен отдал. Какой? Ну, геровский. Лок. Ну, Мяша. Выше. Мяша стролила. Ну, лок выше кинул вроде. А, сори. А лок забирал уже все равно со второго. Ну, с сурка он первый токен забрал. Мяша забирала? Спасибо, Филипп Сускасу, что он линкует, блядь. Ладно. Вот ты и кинул ролл на Глору. Ну, я не знаю, мид линкул... Ой, мид кинул ролл до того, как я линканул шмотку. Так, ну, можно, значит... про что угодно говорить. Можно там кинуть перед Филиппец ребром ролл. Ну все, а это не проблема РЛ уже. Надо внимательно смотреть. Да, проблема. Так можно кинуть на ребре ролл, а потом на лече прийти и сказать, ну помните, я кидал ролл там, пацаны. Ну не в обиду, Мит, что ты думаешь, мне хуже, когда шмотка в гильдию уходит, просто ты. Пацаны сролили, честно предупреждали, дамажили. Лок улетел, конечно, как дурак, но все равно. Ну, прилив у нас, нормально.
Ну да, и Глору АДК пришлось отдавать, чтобы потом не писали, что Darkstar спидер. Все, пацаны, я пошел. Они хуй будут писать, суки такие. ЕП. Не все, конечно, есть долбоёбы. Это Филипец сейчас говорит? Нет, не Филипец. Сейчас на ЕП зайду, блядь. Ну вот, ДК пишет, я на ДД ролил, мне до Шема далеко. Я считаю, что это справедливо, это ж не гирейд был. Надо, чтобы на РТ приходило. Серега, ты можешь сам разобраться со всем этим? Я тебе дал. Нет, прав нет. РЛ, а у меня тоже нет. Ой, не, не РЛ. Давай войду, Адам. Давай войду, а ты ему все это напиши. А я пошел, пацаны, не знаю на кого. Мне ЕП на паладина, не знаю зачем. Всем пока. Спасибо. Мне может тоже зайти ЕП получить? Я да. Могу? Пошел. Я могу получить ЕП? Я думаю, Маша, у тебя есть персонажи в гильдии? Мои и лотаровские есть, по-моему, гильдии. Да зайди, получи. Честно, не следи за ПГП, кого я когда добежал. Короче, такой знает, как начислять, что к чему, блядь, хуй пойми. Ну, давай сейчас начислишь, потом вычтешь, потом еще точно начислишь. Начисляй всем, какая разница, кого мы тут добирали так особо. Все почти с начала идут. Ну, типа... Айс Фриз предупреждал меня, что он отвалится, поэтому ему не надо минусовать, он ходил там на 10 минут, ходил. А вот этой Мисау начислите там сколько хотите, и все. Так Айс Фриз с Лича был. Ну, Айс Фриз там на Ледяном квартале не был, по-моему, а потом везде был. У нас Серега. 2000, и Мисау. Начислите ему фулл, Айс Фриз там и все. Все, давай. Санчон пришел, пока по-моему, к Ледяному залу. Короче, накинь всем по 5 косарей и все. Нормально, по 10 накидываю, короче, ладно. По 30 сразу, хули ебаться, по мелочи. Короче, блядь, хуйню мне наговори, нихуя не понял, блядь. Ну так вроде, да? Угу.